Повышенная урожайность и устойчивость к стрессам. Новые сорта картофеля презентовали на Южном Урале. С одного куста получить можно по 2 килограмма клубней. А если добавить биоудобрения, урожай вырастет еще больше. Тему продолжит Ирина Гончаренко. И потенциал урожая с одного куста от 15 до 20 штук и больше. По 15-20 картофелин с куста способен давать василек. Это новый сорт, выведенный российскими селекционерами. Агроном Раиль Рахимов рассказывает, василек относится к видам диетическим. Полезных веществ, а это клетчатки и калия, в нем больше, чем у других. А содержание крахмала, наоборот, меньше. А это сорт «Красная фантазия». С одного куста дает по 1,5-2 килограмма картофеля. Увеличить урожайность еще больше можно с помощью удобрений. Сейчас аграрии отказываются от химикатов в пользу натурального компоста. Появляются не только новые сорта, а меняется климат. Поэтому та технология, которая была использовалась 10 лет назад, совершенно не подходит. Первая особенность технологии – это глубина посадки. Надо уже сажать глубже. Почему? Потому что из-за действия высоких температур перед вегетацией картофель подвергается стрессу. А чтобы это минимализировать, надо уже глубже сажать картофельку. И для этих целей уже, естественно, надо выбирать новые сорта. Какой картофель садить и как его правильно удобрять? Это обсуждают участники семинара «День картофельного поля». Семинар организует второй год подряд продовольственная корпорация Челябинской области. Это государственное предприятие обеспечивает современной техникой, семенами, научным сопровождением Аргаяшский аграрный техникум. Именно на полях этого учебного заведения силами студентов и специалистов продкорпорации выращивается семенной картофель. За сезон более 800 тонн. А за моей спиной поле, на котором проводят эксперименты. Здесь аграрии каждый год высаживают по несколько новых сортов картофеля, российского и зарубежного. И те, которые прижились в условиях погоды Южного Урала, начинают производить в промышленных масштабах. Мы в этом году показываем 12 новых сортов. Именно наукоемкое производство мы отрабатываем на наших полях, то есть на полях Аргаяшского техникума. Мы прививаем студентам навыки не просто работать на земле, но и использовать наукоемкое производство. В Министерстве сельского хозяйства добавляют, картофелем Челябинская область обеспечивает себя полностью. И даже почти половину урожая экспортирует в соседние регионы. Мы 110 тысяч тонн примерно производим в общественном секторе. Часть идет на семена, часть идет на закрытие социальной сферы, часть идет на продажу внутри области. И 40 тысяч тонн ежегодно мы поставляем за пределы нашего региона. Добавлю, что сейчас в регионе уже начали уборку ранних сортов картофеля. Основной сбор урожая начнется в конце августа. Ирина Гончаренко, Дмитрий Абрахин, ОТВ.